В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой части пенсии работающих пенсионеров. В нашем районе перерасчет по корректировке прошли 1382 человека. Среднее увеличение составило 130 рублей 5 копеек. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размер увеличивается на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка от корректировки ограничена 3 пенсионными баллами в денежном эквиваленте. То есть прибавка не может составлять более 222 рублей 81 копейки. С 1 февраля 2016 года стоимость одного пенсионного балла составляет 74 рубля 27 копеек. Помимо корректировки страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа этого года, также увеличена пенсия тех граждан, кто уже получает свои пенсионные накопления в виде срочной пенсионной выплаты или в виде накопительной части трудовой пенсии. Таких пенсионеров у нас в районе 4. Среднее увеличение у них составило 1726 рублей 29 копеек.